И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша, и в этом видеоролике я буду выкидывать мусор в подъезде. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть скорлупа от яйца, капуста, коробка от пиццы, пакетик заварочный, ну и так далее. Кстати, передаю привет Роналдо Сигме, мистеру Бисту Охио 6000, пользователю под ником Транс Казан Медиа, прессу Playfest Фоводу, ну и конечно же поздравляю профи 023 с 2000 подписчиков. Привет вам большой, ребята, от меня. Итак, дорогие друзья, я предлагаю перед выкидыванием мусора проверить, нужно ли тут что-нибудь. Так, пакетик от чая Гринфилд положим обратно, он нам не нужен. А это какие-то пробные задания по типу ЕГЭ, ОГЭ, там школьные вот эти вот. Эти бумажки мы, если что, кладем под мусорку, чтобы она, например, не протекала на всякий случай. Ну да, тогда это выкинуть можно. Фу, что-то жирное тут. Сейчас, подождите, дорогие друзья, здесь реально что-то жирное попалось. Давайте реально посмотрим. Так, смотрите. Тут вон от рыбы косточка попалась. Ну, это не знаю, нужно, не нужно. Возможно, это для рыбалки подойдет, приманка для этих следующих рыб, например. Но мы с папой не рыбачим уже давно, так что можем выкинуть, ладно. Посмотрим, что тут еще поглубже есть. Так, творог просроченный, видимо. Вот вчера мы выкидывали, он так и остался здесь в мусорке. Молоко. Ногу свело, дорогие друзья, сейчас подождите. Фу, у меня чем-то тухло, моя ли это рыба, что-то. Сейчас понюхаю. Фу, ладно, пойдемте выкидывать. Фу, пойдемте быстрее к мусоропроводу, руки воняют ужасно. Так, сейчас выкидываем, вот тут вот открываем вот этот мусоропровод. Ну вы понимаете, да, как выкидывать, думаю? Если вам нужен туториал, как выкидывать мусор в подъезде, пишите в комментариях. Я обязательно сниму. Сниму. Вот. Вот так вот я всегда оставляю и потом уже следующий мусор набираю. Все, давайте быстрее закрываем, там воздух идет, ветер. Ну и в принципе все, вот чистая мусорка. Хотя тут еще... Все, пойдемте. Вот так вот поднимаемся наверх. Вот, смотрите, как красиво на свету. Заварка сейчас. Вот, все, вот, смотрите, как красиво на свету. Ну ладно, дорогие друзья, вот я и выкинул мусор в подъезде. Огромнейшее спасибо за просмотр, поделитесь со своими друзьями. Я вам, как всегда, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия. Никогда не болейте, храни вас Господь и Аллах, и всем до свидания, дорогие друзья. Всем пока-пока!